У нас полстраны служило в армии. Ну, так себе, через пень-колоду, поскольку, в общем, мало войн выпало. В Египте можно освежить впечатление и дополучить то, что недополучили во время срочной службы. Так что позагорать, ну, я бы постерегся. То есть стариков, женщин и детей я бы туда не брал. А вот крепких ребят, особенно из колхозов, там, трактористов, стрелков-радистов, пусть отдохнут. Тем более, что в какой-то момент там все равно рванет, все равно ударит по людям на пляжах. Так не бывает в этом мире, чтобы демаркационную линию никто не пересек. Пересекут.